транспорта. Избегайте нахождения в местах массового пребывания людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Используйте медицинские маски и респираторы при выходе из дома. Соблюдайте личную гигиену. Регулярно проводите дезинфекцию и проветривание места вашего пребывания. При первых признаках недомогания вызывайте врача на дом. Не занимайтесь самолечением. Своевременно начатое лечение способствует скорейшему выздоровлению.